бодрое настроение у каждого, кто решил стать частью масштабного субботника. И даже проливной дождь не испугал жителей Химок. Этим субботним утром внести свой вклад в преображение городского округа пришли тысячи человек. У нас традиция уже сложившаяся, субботники после зимы. Вот, спасибо всем, кто пришел, кому не безразлично состояние города. Я считаю, что от нас тоже очень многое зависит. Мы каждый год это делаем. И очень приятно, когда едешь по родному городу, он чистый, аккуратный. Массовый субботник начали с высадки деревьев на территории парка «Два берега» в рамках акции губернатора «День добрых дел». Саженцы липы посажены, политы, и это не может не радовать, признается юный житель Химок Илья Сосновских. Часто сажая деревья на даче у бабушки, считаю то, что такие события надо проводить почаще. На субботнике целые трудовые коллективы, и для каждого важно быть частью большой областной генеральной уборки. Естественно, в субботнике не могли мы не поучаствовать. Нас более 30 человек. Хотим прибрать наш город, сделать его красивее. Субботник провели на 50 локациях, но главной стал берег реки Химка. Это та самая река Химка, которая дала название округу. Сегодня эту территорию тысячи неравнодушных очищают от мусора и валежника. Из самого водного объекта достают даже шины. Это центральная площадка на всероссийском субботнике в городском округе Химки. Ее определили глава Дмитрий Волошин вместе с жителями во время традиционного обхода территорий. Уже в первые минуты уборки заметны изменения в лучшую сторону. Эта территория – любимое место отдыха жителей Химок, но теперь благоустроенную набережную точно будут посещать больше людей. Я здесь живу, я местный житель, и с удовольствием приняла сегодня участие в уборке территории. Здесь мы по вечерам любим гулять, очень много людей выходит в эту зону. И прекрасно проводим время. Хоть я и житель другого района, но приехал сюда, чтобы, соответственно, убрать территорию с коллективом. Всего несколько часов добровольного труда, и вокруг все чисто и благоустроено. К масштабной областной уборке присоединился и глава Химок Дмитрий Волошин. Это дворы, это общественные пространства, это овраги, это Химкинский лесопарк. Убирают наши жители тоже совместно с нашими коллегами из администрации. Это тысячи людей задействованы. Позаботились и о деревьях. Старые ветви обрезали и переработали в измельченную древесину. Превращаем это в эту щепу и делаем из вот этой щепы дорожки здесь. Очистили и саму речку Химку. Сотрудники Химспаса вытащили немало мусора. Например, около 15 больших шин. Были вытащены палки, разные металлические предметы. Мы были подготовлены. У нас были задействованы несколько лодок. Вся группа спасателей. Что, в принципе, привело к очень хорошему результату. А еще на субботнике волонтеры организовали небольшой, но очень полезный досуг для самых маленьких. Занимались мастер-классами с детьми. Мы делали гусеницы с крышечек и сортировали крышечки. Субботник – это еще и положительные эмоции. Все, кто поучаствовал в массовой уборке, ушли домой с хорошим настроением. В завершении всех угостили обедом и горячим чаем. Чистота в нашем городе – это залог нашего личного здоровья, потому что мы здесь живем. Наши дети здесь растут, и это нас объединяет. Я уверен, что все сегодня пообщались. На центральной локации вблизи реки Химка собрали более 1000 мешков мусора, который рассортировали на пластик, стекло и спил. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.